Доброго дня, дорогие друзья! Сегодня четверг, и мы с вами находимся на полигоне номер один. Этот полигон находится в Сокуре от центра Новосибирска примерно 60 километров. И это, ребят, единственное законное место с легким доступом, где можно приехать и законно пострелять, не боясь попасть на протокол. Внизу под видео, ребят, я оставлю номер телефона Александра. Звоните и приезжайте в Сокур на полигон номер один. Стреляйте спокойно и получайте удовольствие. А сейчас, ребят, мы с вами сделаем обзор вот на такую очень интересную винтовку. И называется эта винтовка, хотя, ребят, тот, кто узнал сразу, напишите в описании, что это. Потому что, честно говоря, я узнал ее не сразу. А это, ребят, винтовка называется ВПО 223-9,6х53 Ланкастер Таежник. Да, ребят, раньше это был егерь, но теперь это таежник. Официально он теперь называется таежник. Это, ребят, по сути, гладкоствольное ружье, но я не буду эту винтовку называть ружьем, потому что в моей картине мира это именно винтовка. Ее вообще абсолютно не узнать. И сейчас, ребят, я расскажу, что здесь пришлось заменить, чтобы она стала выглядеть как нормальная винтовка для стрельбы. Потому что в родной ложе, ну, это только охотничий, да, вариант. А теперь это вполне тактическая винтовка. Здесь пришлось заменить ложу. В данный момент она стоит 25 тысяч. Заменили приклад с трубой. В сумме это тоже это китайский приклад. 1500. Труба израильская, если не ошибаюсь, около 3000. В сумме 5. Итого здесь как бы на этот обвес ушло 30 тысяч рублей. ДТК тоже нестандартный. Здесь получается есть дульная резьба. Есть стандартный ДТК. Ее сразу убрали, поставили вот этот такой, который реально работает. То есть это еще 6 тысяч. Того 36 тысяч рублей, планку оставили родную, и также стоит у нас здесь моноблок, это копия шпуровского, российский импортозаменитель, что-то, по-моему, 10 он стоит, и Люпольд Марк 4. Итого, эта вся винтовка, вот в данный момент сама винтовка стоила 60, ложа плюс приклад с трубой еще 30, это что получается, 90. 96 у нас ушло рублей на саму винтовку. Это, ребят, на самом деле за винтовку в обвесе это очень недорого. И сам прицел у нас это Люпольд Марк 4. На БУшке можно купить до 100 тысяч. То есть в сумме здесь примерно 200-210 тысяч рублей. То есть вот такой вот комплекс. И сошки китайская копия Харриса. То есть вот такая вот, ну здесь реально стоит сейчас примерно 200-210 рублей. И все бы, ребят, ничего. Но это, ребят, гладкоствольное ружье, а значит, его можно приобрести именно с первых дней, когда вы берете разрешение на приобретение гладкоствольного ружья. То есть вы можете уже через месяц стать обладателем вот такой винтовки. И для меня, ребят, это было вообще шоком. Зачем? Я прям долгое время был против всех этих ланкастеров, потому что я не понимал. Меня даже же спрашивали, какой посоветуешь ланкастер. Я всем рекомендовал, да бери 12 калибр, я хоть спокойно 5 лет. Но когда я увидел людей, что много таких вот энтузиастов, которые вот стрелять с этих винтовок, у меня появилась, как картина мира изменилась после того, когда я начал спрашивать, а зачем ты его взял? А мне говорили, ну, потому что я полтора года как имею нарезную, полтора года я владею ее оружием, и я уже, по сути, занимаюсь релодом и так далее, и так далее, и так далее. И у меня, ребят, прям разрыв шаблона. То есть есть, оказывается, для меня было это непонятно, есть такая группа людей, скажем так, да, которым охота неинтересна, им надо просто стрелять с нарезной винтовки. А это, грубо говоря, просто ты берешь гладкоствольное ружье 12 там, калибра и ждешь 5 лет. Ты теряешь 5 лет. Вот это ружье, вот этому ружью полтора года. И за это время человек уже умеет прилодить. Ему хоть час дай нарезной карабин, и он будет знать, что с ним делать. Понимаете, в чем суть? Давайте теперь, да, проговорим. Вот сколько вот это все стоит? Это стоит 100 тысяч винтовка. Оптику можно взять дешевле. Ну, допустим, Diamond Black Vortex можно купить за 50 тысяч. Ну, я округляю. Вместе с кольцами. Того 150. Патроны, магазины к этому винтовке не очень, скажем так, интересны, поэтому надо релодить. Самый дешевый способ это взять все от Ли. Ну, лишнее, скажем так. Это в сумме выходит вместе с весами и вместе с приспособлениями для чистки, шомпол, ёршик и еще тридцатка. То есть, грубо говоря, 180, и вы уже стреляете. То есть, если вы решили еще сэкономить и не потратить денег на
на ложу будете решить стрелять со стандартной ложей, да, со стандартным ДТК, вы еще сэкономите почти 40 тысяч. Понимаете, в чем суть? То есть вы можете, в принципе, за 130 примерно начать чувствовать себя владельцем нарезной винтовки, заниматься релодом. То есть это также вся та же школа, ребят. То есть ты также стреляешь, чистишь, подбираешь навески, играешь там с кулом, то есть длиной боеприпаса. И потом, когда проходит 5 лет, ты без проблем берешь себе нарезной винт, и ты уже все понимаешь. Ты просто меняешь матрицы и работаешь дальше. И потом ты понимаешь, надо ли тебе идти в более глубокий релод, да, надо ли тебе какое-то еще дополнительное оборудование. Это прям вообще школа другая. Блин, я хотел этим закончить видео, на самом деле, этими всеми выводами. Блин, ну разошелся, именно все сразу вам выдал. Но это, ребят, мои соображения. То есть я считаю то, что это очень круто. А теперь давайте, я теперь забыл рассказать про самый главный ствол этой винтовки. Он здесь варминтовский, то есть толстый контур. Он здесь хромированный. Настрел будет держать очень большой. Можно даже немножко пренебречь чисткой, либо на охоте вам некогда. То есть он вам все это простит. Толстый вармин контур на срезе должен быть 21 миллиметр. Также прицельные приспособления стандартные убраны. Резьба здесь уже была. Длина ствола 600 мм. Но самое плохое, ну это так гладкоствольное, ребят. Поэтому пришлось так сделать производитель, чтобы это ружье считалось, чтобы эта винтовка считалась гладкоствольной. У нее твист здесь за длину ствола 600. Пуля не делает один оборот, потому что здесь твист 26 дюймов. То есть надо еще 6 сантиметров, чтобы пуля в стволе сделала один оборот. Она здесь не успевает делать. И это большая проблема этой винтовки, и отсюда невысокая ее кучность. Ну как, да невысокая, относительно. То есть эта винтовка, в принципе, должна стрелять примерно в минуту на 100 метрах. Тяжелейшие пули 18 грамм. Представляете, 18 грамм на скорости 720 метров в секунду. Сколько это джоулей, скажи, на срезе? Примерно 4000 джоулей, представьте. Просто с первого дня владения оружием у тебя сразу 4000 вот здесь вот. То есть ты можешь сразу медведей валить. Ну все, ребят, я слишком много разговорился. Теперь давайте стрельнем на 100 метрах. А сейчас мы поставим мишень, унесем туда камеру, чтобы все это было видно. Стрельнем две серии по 3 сразу. То есть первая, грубо говоря, на холодный ствол. 3, какая будет где-то у нас кучка. И вторая, что будет с кучкой при нагреве ствола. То есть сегодня жара, время 10-11. Вот стрельнули 4 раза, да, по-моему, или 5. И ствол уже минут 10 как остывает. И рука еще, ну, как бы терпит уже. То есть ствол греется. Но ветерок, тень, поэтому... Ну, лето, жара. То есть в таких условиях мы охотимся на сурков. То есть это реально приближенные условия к настоящим охотничьим. Ну, все, ребят, все это устанавливаем, стреляем. А вы это увидите, когда все будет уже готово. Короче, по хлопку мы начинаем стрелять. Поехали. Так, понял. Закидывать надо поближе к патроннику. Вот, болт ноб. Ну, в принципе, не мешает. Ну, все, ребят, работаем по левой. Левая мишень, это у нас будет, ну, на остывший ствол первой серии из 3. Все, работаем молча. Второй выше подался. Ну, ДТК нормально отрабатывает, слушай. Ну, затвор нормально работать начал. Так, сейчас в правую 3 работаем. Уровень уходит. Сошки Харриса не выдерживают затяж. Либо надо тянуть прям сильно. Но я люблю, чтобы маленько можно было пошевелить.
Ну, шестой, ребят. Не, ну так-то круто. Мне кажется, то, что на прогретый ствол даже кучка лучше получилась, чем на холодный. Или, может быть, я привык уже к винтовке. Потому что, нет, честно говоря, ребят, спуск очень клевенький такой, сухой. Но, мне кажется, маленько тверже, чем на моей Сабате уже сейчас. На Сабате я еще не стрелял. Примерно такой, как у Рема, грамм 800, мне кажется. Ты не мерил его? 700. 700? Но у меня вот примерно такой же был на Реме. То есть прям... Но у Рема, конечно, сам этот поприятней. И скобу бы я сделал маленько ниже, чтобы чем дальше нажимаешь, тем мягче спуск. Ну, типа рычаг. То есть это все работает. А тут я не могу вниз, поэтому жмешь на центр. За счет этого на Реме мне казалось поприятнее нажимать. Кстати, ну, первую я как-то проблемно, да, дослал, а потом у меня вообще прям хорошо работало. Затвор, кстати, затвор и ОСМ дополированы. В стоковом состоянии они так и не работали. Ну и резинка для того, чтобы рука не соскальзывала. Очень удобно, на самом деле. Первая кучка на, скажем так, остывший ствол я стрелял. То есть это как-то, по-моему, этот первый был, по-моему, самый нижний. А потом как-то вот так вот они легли. То есть здесь получается у нас что, по центрам смотрим, 3,5, это чуть-чуть больше 1 минуты. Но, ребят, надо понимать то, что это я первый раз взял в руки эту винтовку. Вот, ну вот, кругляшок, такие новомодные линейки. Но вот тут вот видно, ну, мы и так знаем, что 3,5 это больше 1 минуты, но надо еще линейкой попробовать. Если тут по центрам ставим, то тут не дотягиваемся. Тут, ну, примерно 1,5 минуты здесь. Чуть-чуть меньше, ну, примерно около 1,5 минуты, на самом деле меньше. Вот, и вот она, вторая кучка. Тут, по-моему, первая сюда, вторая сюда, третья сюда. Я даже подумал, что третья где-то здесь это легла, потому что на фоне вот этого черного я сразу не видел. Ну, довольно-таки красивенько лежит все здесь. Берем один муа вот здесь вот, и он прям легко перекрывает. То есть здесь реально меньше одной угловой минуты. Ну, давайте теперь смотрим. Здесь у нас что получается? По центрам 2 сантиметра, здесь 2 сантиметра, и здесь ровно 2,5 сантиметра. Ребят, для гладкоствольного ружья это очень круто. Ну что ж, давайте вернемся на стрелковую позицию и подведем итоги. Вот такие получились у нас мишени. А, самое главное, то, что не боится нагрева. То есть 6 можно, то есть серию из 5 можно работать. То есть толстый ствол в арминтовске дает о себе знать. Ну все, пошли подведем итоги. Ощущения у меня очень положительные. То есть винтовка реально рабочая. Если же вы, грубо говоря, с гладко вот на первых годах стрельбы, на первых пробах релода сможете стрелять даже меньше, чем 1 минута, это будет очень круто. Это значит, ребят, это ваше. И, скорее всего, через 5 лет вы купите себе нарезное оружие, которое просто... Вы уже будете понимать, какие этапы в подготовке гильзы, как собирается боеприпас, что важно, что не важно, какое оборудование вам надо поменять, может быть, пресс другой, может быть, вы решите точить дульце гильзы, там, я не знаю, может быть, вы начнете использовать нажимной пресс. И, грубо говоря, это... Вот я как вот вижу на сегодня, ребят, я прям дико извиняюсь перед теми, кто у меня спрашивал: Сань, что посоветуешь из Ланкастера как первое ружье? Я всем там советовал: да нафиг тебе это надо, бери гладкоствольное ружье там 12 калибра, охоться 5 лет, за 5 лет поймешь, какие охоты тебе интересны, и потом купишь себе нарезное ружье. И вот только сейчас, ребят, я понимаю, что я просто вас не понимал, потому что я пришел к стрельбе именно через охоту. А именно вы, может быть, просто хотите стрелять, и, возможно, через стрельбу придете к охоте. А может быть, даже не придете к охоте, а просто будете стрелять. Это своего рода субкультура, которая просто, я рад, что она зародилась благодаря вот этим вот ружьям. И это прям очень круто. Это прям очень круто. Через 5 лет вы можете что делать? Даже если вы в год будете стрелять по 1000 патронов, да?
Это на самом деле, ребят, ну это немного, но это не мало. 1000 патронов, это надо в месяц примерно около 90 выстрелов делать, 80-90. То есть это примерно 2 выезда по 40. То есть это каждые 2 недели по 40 выстрелов. То есть если вдумчиво стрелять, грамотно все понимать, что зачем делаешь, этого нормально, этого хватит. Но если даже один раз в месяц, ну это тоже, это 80, это вообще круто. То есть за 5 лет, на 5 лет этого ствола вам хватает. Вы что делаете? Просто приобретаете такую же винтовку в 308 калибре, как если вам, ну я на самом деле это так вижу, что после этого, скорее всего, будет у вас 308, если немного денег. Если денег много, вы просто берете себе сразу другую винтовку. И если же опять бюджет небольшой, то можно взять такую же ВПО 114 в 308 калибре и все. То есть вы просто в эту же ложу вкладываете, вы оставляете тот же прицел, тот же, всю ту же ложу, те же сошки, все у вас. Просто меняется ствол, меняете в релоде, чуть-чуть добавляете и просто радуетесь. Так что, ребят, эта винтовка мне понравилась. Что я скажу именно по выстрелу? Спуск у нее клевый, затвор работает нормально. С магазина я так и не попробовал, но, честно говоря, это не важно. Когда занимаешься высокоточкой, не тактической стрельбой, а просто высокоточкой, сел вдумчиво, то магазин особо не нужен. Если решите участвовать где-то в соревнованиях по снайпингу, то вам нужно будет уже вот магазин, скорее всего, на 10. Я не знаю, есть ли возможность сюда поставить магазин на 10. Я думаю, что кто-то все равно будет делать такие магазины. Почему нет? Получается, прорезь только делаю больше, вот тут вот прорезями зацеп. То есть я думаю, что найти будет можно такой, да, магазин. Многие боятся отдачи. И, честно говоря, я тоже опасался отдачи с калибра 9,6 на 53, потому что до этого я стрелял с ТГ-3. Ну, это, грубо говоря, СВД. Ну, тот же Тигр, только в Ланкастере. У него отдача очень была большая. Потом я стрелял с Мосинки, я не помню, как она называется. Тоже ВПО что-то там. Ну, короче, Мосинка, она была в пластике. Те, кто смотрит мой канал давно, ее, наверное, видели. Там ДТК не было, была стандартная ложа. То есть она в сумме весила 4 килограмма, там и оптика была какая-то маленькая, легкая. В итоге это было очень страшно. И прям, и куча была, конечно, гораздо хуже, потому что там был стоковый боеприпас. У нас это монополия, Техкрим делает боеприпасы, и пули вы купите только техкримовские. Гильзы я рекомендую, если вы с этим связываетесь, брать сразу под боксер, потому что с капсулем Бердана вы замучаетесь. Ну и, честно говоря, зачем это делать, если уже есть, да, готовое решение, просто берешь и пользуешься. Порох здесь используется. Та же партия, что у меня была на 308, 4.17, то есть рабочая партия, кучная, вы сами видели, то есть в принципе все круто. И с этой винтовкой также можно пробовать уже охотиться на того же сурка, на те же 150-200 метров, с такой кучей на 200 метров можно стрелять. То есть если здесь 2 сантиметра, на 200 метров это будет 4. И я думаю, там уже баллистика будет интересная и ветерок, то есть уже есть над чем подумать, то есть также нужен будет уже баллистический калькулятор, то есть вы полностью пройдете все то же самое, если что, с чем столкнетесь, когда у вас будет нарезное оружие, но вы столкнетесь это до того, когда оно у вас будет, то есть когда вы просто приходит время к нарезнику, вы просто его берете и вы просто уже все знаете, вы берете, все готовите и работаете, и вы сразу, у вас возможности, грубо говоря, с 200-300 метров, блин, до километр плюс, короче, вы прям можете прям бомбить далеко. То есть это прям другой мир для вас будет. Но это прям очень круто. Если же вы, ребят, просто охотник, охотитесь, да, и вам интересно нарезное оружие в плане именно вот стрельбы, снайпинга, то вот тоже вариант. Никто не запрещает вам иметь к этому вдобавок гладкоствольное ружье и ходить на охоту. То есть это прям очень круто. Если это дорого, скажем так, собирать такую ложу, да, собирать дорогие кольца, там, дорогой прицел, да, там, ДТК, вы можете начать на стоковой ложе сделать беддинг. Это, блин, это в 1000 рублей, если будете сэп-оксидки делать, да? Заполировать ПСМ – это бесплатно, это ваша работа, да? Потратить 30 тысяч на самое дешевое оборудование по релоду и шомпол, там, ну, все средства для очистки, потому что вам нужна будет вставка, шомпол и так далее. То есть вы даже поймете, как чистить это оружие. То есть это тридцатка. И можете купить просто на тот, на родное Е-ложе поставить какой-нибудь прицел подешевле. Ну, к примеру, Vortex Diamond Black реально держит отдачу. То есть он стоит там 40
ну, примерно, ну, в полтинник с кольцами он у вас станет. Итого у вас будет, грубо говоря, 60, плюс 50 это 110, плюс 30. Ну, как ни крути, блин, 140 надо, а? Как ни крути, 140 надо, даже с родной ложей. С этой ложей 180, 190. Но, тем не менее, за 200 рублей вы, за 150-200 тысяч вы уже входите, ну, грубо говоря, высокоточка. Я это могу назвать, ребят, высокоточкой. Все, что меньше одной минуты, как ни крути, это уже очень точно. Ну что, ребят, я рассказал, что думал про эту винтовку. То есть то, что она мне понравилась, и у меня произошел разрыв шаблона. Теперь я понимаю гораздо больше, больше людей, чем понимал до этого. Это ружье реально держит большие серии из 5-6 выстрелов. То есть кучка не расползается. То есть можно работать, вполне можно работать. Все, ребят, что хотел, сказал. Я надеюсь, вам это было интересно и полезно. Если это так, поставь лайк. Если не подписан, естественно, подпишись. А если подписан, то нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. От меня, ребят, огромной удачи. Увидимся уже через неделю. Пока.